А в Чебоксарах глава столицы Леонид Черкесов инспектировал ход замены лифтов. Сейчас запущено в эксплуатацию 19 подъемников, отремонтированных в рамках муниципальной программы. Уже 4 года в Чебоксарах лифты ремонтируют и меняют на условиях софинансирования собственниками квартир. В 2014 году запланирована модернизация 43 лифтов в 10 многоквартирных домах. На эти цели из бюджета города будет потрачено 54 миллиона рублей. 2747 лифтов. Из них более 34 лет 170 лифтов. Мы говорим, что вот домам повезло, а еще у нас на очереди 170 лифтов. Модернизировать нужно шахты, полностью заменить нужно. У нас 634 лифта сроком службы более 25 лет. Луиза Дарькина 2 года возглавляет совет многоквартирного дома. Рассказывает, что сейчас у них полным ходом идет масштабный ремонт. Попали в программу замены труб отопления. И сейчас мы предстоит у нас замена воды, горячей, холодной воды и канализации. Мы очень рады, что у нас с нами часто проводят совещания. Мы в курсе дела всех событий. С нами встречаются депутаты очень часто. С нами встречается администрация города. Благодаря этому мы включаемся в работу, и нам спокойно сидеть от этого не приходится. Работы, конечно, очень много, но огромное спасибо администрации города. Глава города проверил и объекты, на которых он побывал 2 недели назад. Буквально 2 недели назад мы объезжали микрорайон, и как раз вот в этот двор посмотрели, как здесь детская площадка благоустроена, как дворы благоустроены. И вот к нам подошел гость, и он сказал, что вот все хорошо, но нет турников. Вот. И мы решили, что вот эту проблему восполнить, и турники появились. А в этом дворе один житель предложил оформить серую стену. Теперь из своих окон чебоксарцы любуются пейзажем. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.